Всем здорово, друзья, вот сам гайд непосредственно на инвокера, которого меня так долго просили инвокер флексит, ну а я вам сейчас расскажу немного по QVE, что это такое и тому подобное. Сначала пробежимся по основной теме, потом пробежимся по спеллам, которые у нас есть, будут доскональные вставочки про способности, про левельные именно моменты, то есть, допустим, на первом левеле сколько будет одно действие, сколько другое. И, соответственно, давайте начнем. Что ж, квас просто первая сфера, самая первая сфера, которая нам дает регенерацию. При прокачке дает две силы. Векс дает у нас АС, МС и агилити при прокачке. И Экзор дает нам интеллект и 3 дэмэджа за сферу. При юзании определенных комбинаций сфер мы получаем способность с помощью нашего ультимейта. На ультимейте также написаны все абсолютно спеллы, которые мы можем заюзать. Так что, ребят, кто не в курсе, пожалуйста, юзайте. Также еще можно написать по-крабски минус ил, и вы получите инвокелист тут. К сожалению, сейчас это уже не профитно. Можно было так выпендриваться, как бы типа показать, что вы очень скиллованный игрок, написав это в игре. Но админы АК сделали так, что, к сожалению, вот эту комбинацию не видно, если вы ее пишите. Не видно, соответственно, союзникам, которые могли бы вас так потроллить. Что ж, погнали по способностям, ребятки. И да, кстати, ребят, обязательно подписывайтесь, потому что контент будет годный. Итак, первая способность у нас Cold Snap. Мы вешаем на персонажа, и когда бьем, ему наносится урон и наносится мини-стан. Вторая способность — это EMP. EMP кастуется вот такая штука. Сжигает ману у противника, и 50% маны, которую мы сожгли, возвращается нам. Sunstrike. В любой части карты, ну, все знают этот спелл, можем кинуть вот эту способность, и она очень много дамаж, 475 без аганима. Следующая способность — это Blast. Создается такая волна, относит всех, дизейблит, никто не может ничего делать, все просто стоят на месте, они разоружены, и вот этот нос плюс дэмэдж, это прикольно. Следующая способность. Метеорит. С небес падает метеорит, наносит дэмэдж, вешается дотка, постепенно наносится урон, и это круто. Следующая способность. Алакрити. Вешается на себя или вешать можно на крипов, без разницы, на кого угодно. Будет давать дэмэдж и хороший атак спид на юнитов. Следующая способность. Форджеты. Создаются два вот таких вот элементаля, которые идут. Можно кинуть на него алакрити также в комбинации. Плюс дэмэдж, плюс атака будет очень сильно бить. Торнадо. Торнадо — это типа как у нас Юл такой, но только встроен. Далеко летит и очень сильно задерживает. Задерживает на 3 секунды с аганимом. А без аганима на 2,7. Кастуется вот такая стенка. Все, кто находится в этой стенке, будут подвержены сильному замедлению и будет наноситься по ним дэмэдж. И самая крайняя способность, которую я сегодня буду обозревать, это Ghost Walk. Дарует нам невидимость, которая, к сожалению, как и любой инвиз, раскрывается дастом или же сентрем, или гемом, или там у Зевсом, вторым спеллом или ультимейтом Зевса. То есть неважно каким спеллом. Дарует нам повышенный МС с прокачки определенного левела, с 5 левела. Векса уже начинает давать нам максимальный бонус к прибавлению мувспида, а также если мы находимся с какими-то enemy персонажами, будь то юниты или герои, на них накладывается очень сильное замедление, которое очень сильно замедляет персонажей. Вот так вот, ребят. А пока я тут несу какую-то непонятную чушь, ребятки, обязательно ставьте лайк и приятного просмотра. Будем разбирать все его способности, будем разбирать конкретно геймплей, то, как я вижу этого персонажа, то, как я его использую, как я качаюсь. Я сейчас вам покажу и постараюсь объяснить, почему и что в нужных ситуациях я покупаю и как бы как в дальнейшем действовать. В общем, ребят, если вам это видео зайдет, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте в теме, следите. Да, на остальных персонажей тоже буду писать то, как я вижу персонажа на своем опыте, на 14-летнем опыте. Так что, ребят, погнали, погнали, что делать? Так, мы будем качать инвокера через Exort, тупо через Exort, не QV, а EQ, и выкачивать
Vex уже где-то примерно, когда Q у нас будет на 4 или на 5 левеле. Ну, в дальнейшем просто буду объяснять по ходу дела, почему я так качаю и что, соответственно, из этого выйдет, мы сейчас и посмотрим. Что ж, ну, ждем. Ждем, пока пропикают. Очень мощно понапикали, пикнули Хускара. Скорее всего, Хускар пойдет на центр, и, соответственно, нам придется контрпикать его через Алакрити. Через Алакрити. И будем таким способом душить его. Будем душить с руки, потому что магию данный персонаж не чувствует. Так что, ребят, поехали. По стартовому закупу сейчас поговорим тоже. Что я беру, почему я не собираю что-либо, что мне советуют очень часто в чате. Играем на 85-й карте. На 85-й карте инвокер очень сильный. Я объясню тоже почему чуть-чуть позже. Поэтому, ребят, приятного просмотра. В общем, по стартовому закупу я всегда беру нулик, чтобы у нас поднялся немного дэмэдж. Не знаю, курьер будет у нас или нет. Сейчас посмотрим, купят ли куру. Есть у нас курьер, берем хилочку и просто идем чилить. Итак, первое, что мы вкачаем обязательно, это экзорт. При вкачке экзорта мы получаем интеллект, соответственно, это дэмэдж пассивный, плюс 3 дэмэджа за юзание сферы. То есть, получается, мы вкачали, и у нас 18 дэмэджа. Это прикольно, то есть нам намного легче ластхитить. Плюс, почему профит накачаться через экзорт, это контроль карты, соответственно. У нас будет способность Sunstrike, которой мы сможем контролировать карту, добивать лоу-хэповых персонажей. Ну и просто нам будет намного спокойнее стоять, если мы сможем кого-нибудь добить, мы получаем экспу и золото, соответственно. Поэтому будем качаться через экзорт. Напишем ИА сразу, чтобы никто не писал. Будем стоять. Так, у нас тут Клокверк. Юзает он Рокет. Ой, куда у меня персонаж пошел? Я же нажал через А. У него же есть инвиз, почему он не нажимает его? Господи, я сейчас вообще ничего не понял сейчас. Так, ну руну мы походу прогуляли, да? Отлично. Эх, не добил. Ну, второй левел, это найс. Вкачиваем сразу инвок и делаем комбинацию с трех сфер. Нажимаем инвок на R и получаем Sunstrike. Если кто не знает, какие скиллы есть у инвокера, можно почитать вот здесь на книжечке. Или же прописав команду EL, но это очень по-колхозному, ребят. И так уже давно никто не делает. Поэтому, ребят, не советую так делать. А вообще, знаете, что советую делать? Либо смотреть мой гайд, либо же зайти в лобби и самому поклацать спеллы инвокера. Да господи, что ж так лагает. Спеллы инвокера и понять. И понять, что вообще как работает, ребят. То есть, ну, как бы вот. Тупо вот так вот. Так, ну что ж, ну просто. Сейчас наша задача это ластхитить просто крипов. Стоять спокойно, вкачиваем еще раз экзорт. Чтобы у нас дэмэдж уже был намного выше, чем был раньше. Чтобы пытаться добивать крипов намного лучше. Не давать Зевсу вообще ничего. Абсолютно. Ластхитить как их, как его крипов, так и своих. Соответственно. Переагрим крипов. Нет, не переагрим. Главное не промахнуться. Нет, не промахиваюсь. Этого крипа я тоже не добью. Вот этого надо добивать, но вылетает промах. Промах. Понимаю. Ну, главное своего, в принципе, добить, чтобы получить золото. Вкачиваем Vex. Персонаж не слушается. Vex. Прокачиваем метеор комбинации EEV, ребят. Что у нас делает метеор? Инвокер сбрасывает камень. Камень. Ну, метеор. Сбрасывается метеор. Он катится и наносит урон. Он наносит, когда падает определенный дэмэдж, зависимый от прокачки экзорта самого. Чем выше экзорт, тем сильнее он надамажит. И наносит дэмэдж, если же додочка вешается, то есть горение вешается, которое не сбрасывается.
Но контрится БКБ. И вешается додочка, которая дамажит. Если же персонаж идет по метеору, или же просто его он его зацепил. Так. В общем, по метеориту я рассказал. Дальше давайте пойдем. Так, ну, нам нужно желательно убить. Даже вот сейчас было бы прекрасно убить Зевса. Через метеорит и Санстрайк. Нужно немного потычковать. Он тоже нас очень недолюбливает. Я это вижу. На самом деле тяжело рассказывать и пытаться ластхитить. Можно четче. Так, ну, жестко. Он жестко назит. Назит нас, как говорят, назит. Но по мане он уже просел. Дадим Санстрайк. Но Верт его убьет. Так, ребят. Давайте разберем. Уходи. Спасибо. Я понял. Спасибо за хелпу. Но хелпа мне, в принципе, не нужна была. Меня очень сильно отвлекает от геймплея. В общем, давайте разберем дальнейшие действия наши. Я буду выходить в Мидас. Почему я буду выходить в Мидас? Инвокер такой персонаж, который зависим от экспы. Чем выше у нас левел, тем сильнее у нас все способности. Соответственно... Так, ну... Хочет он нас понапрягать. Но напряжем мы его сейчас. Очень неординарно стоит он. Но придется сливать хил сейчас. Успеет разбить? Не успевает. Он будет еще один болт давать. Да, господи, добей, пожалуйста. Очень пассивно на самом деле стою. Можно стоять намного активней. Повис просто. Буду сейчас крипа бить просто так. Так. Уже мог бы миллион раз его убить, просто нужно и рассказать, и показать. Но это не так все просто, как выглядит на картиночках. Следить обязательно за картой надо, так как у нас экзорт комбинация. Добьем там Зевса. Ой, Зевса, снайпера. Ой, это иллюзия, найс. Хотел красивый даблкил, но не получилось. Так, в общем, ребят. Разбираем действия. Я купил сейчас Мидас. Зачем я купил Мидас? Мидас я уже купил за тем, чтобы не проседать в экспе. Это я уже сказал. Сейчас пойдем в лес. Желательно по таймингу это делать тему. Подпушили крипов и ушли в лес. И пока идем, включим квас, чтобы, соответственно, регенерироваться. Квас у нас дает 1 хп реген за одну прокачку. То есть, если у нас первого левела, значит, у нас при включенных трех сферах будет 3 хп регена. 3 хп регена дополнительных. Вызовем форджетов на комбинацию Е и Ку и подфармим немного. А если еще стакнем, сейчас будет вообще прекрасно. Чтобы next Midas... Норм закинуть. И все. Возвращаемся, берем сапог. Берем вардик и поехали дальше. Потеет у нас там вертолетик. Ну, я туда не буду идти, не знаю, блин. Интернет надо чинить, это ужас какой-то. Надо быстренько подзапушить крипов. И, в принципе, идти дальше леса пылесосить. Так, ну куры наши реюзнули, как обычно. Как обычно, куру реюзнули. Добиваем. Хорошо. Вовремя сообразили, по карте добили и хорошо. Так, ну, возьмем ману одну и погнали дальше леса. Так как линия у нас тут запушена, можно пойти спокойно попылесосить лес. У нас будет скоро Мидас через 40 секунд. Стакнем тут крипов. И будем фармить. Аккуратненько. Найс, ману. О, это чисто бойцовские крипы, которые бегут сразу сбивать. Им пофиг на комбат. Они тупо вот форджи-то, чтобы танковать, делаешь, но, типа, механика у доты такая, что, типа, ему плевать вообще.
этой доте просто плевать. К ним Мидас. И погнали дальше. Так, вкачиваем. Экзортик. Поставим вард, чтобы видеть хайграунд. Проигрываем очень много крипов сейчас из-за даблстака. Найс. Фордж там немного попроще ластхитить. Но я не практикую игру с форджетом, чтобы ластхитить и тому подобное, если честно. Говорю все прямо. Так, возьмем монетку. Можно послать курьера в магазин, потому что у нас сейчас уже будет point booster. Найс. Можно попробовать. Ну, очень много промахов. Просто cold snap ни разу не сработал, можно сказать. Так, ну куда Зевс ушел, я не видел. Предположительно, тоже не хочется мне наугад кидать, чтобы не тратить ману. Но можно будет закинуть. Пробовать. Забираем этих крипов. Нет, ну... Не попадаем. К сожалению, вообще никуда. Но он идет, он отпился, да? С ботлом. Пока попушили, идем дальше в лес. Пойдем кинем Мидас. Большого крипа. Кстати, почему важно кидать в большого крипа? Потому что мы получаем с большого крипа больше экспы. Все мы знаем, что в два раза больше дается у нас экспы. Зато если мы кидаем в крипа. Понимаю. Понимаю, Хускар шел в лес, забрал курьера. Ну, 9-я минута, он не апнут, и я ничем тут не помогу. Надо было самому апнуть. Ладно, не суть. Давайте, пока я иду на базы, разберем всю тему, как мы дальше будем действовать. Кинули санстрайк, забрали. Перейдем на колдснап и алакрити. И пойдем на центр. Нужно будет запинать нам сейчас тавер. Запинаем тавер и будем дальше пылесосить леса. И будет все прекрасно просто. Кидаем на себя алакрити. У нас очень много дэмэджа. Бьем крипов просто. Как бешеные. Очень классно инвокером пушить, потому что дэмэджа очень много. И... Соответственно, пушится, просто посмотрите как. Ну, юзают. У нас тут глиф, не дают спушить. Но это нормально. Это нормально. Главное еще забрать нам этот тавер. После удара каты бьем и добиваем. Хорошо. Давайте разберемся по фирст айтемам. Самый фирст айтем, который я делаю на 85-й карте, это, соответственно, Аганим. Почему Аганим, спросите вы? В 85-й карте Аганим у нас дает по каждому левелу из наших сфер, то есть плюс, то есть у нас сейчас второй левел, то у нас сразу становится третий. То есть тут не 7 сфер, как обычно, то есть 7 прокачек, не 7 прокачек сфер, а 8. То есть, соответственно, и скиллы у нас сильнее, и... Прочие моменты тоже как бы надо улавливать. Давайте разберем сейчас покупку Аганима. Берем Аганим и начинаем играть в эту игру. Переключаем сферы. Как переключать сферы? У меня очень много кто спрашивает. И... То есть, ну как это делать правильно, чтобы спелл, который нужный, уходил в откат, а который... Не ну... ну, то есть наоборот, спелл, который нам нужен, оставался, а который не нужен, уходил в откат. Тут все просто. Смотрите, если мы хотим оставить... Сейчас, секунду, еще подлагал. Если мы хотим оставить, допустим, Форджета, то... Мы его перекликаем, ставим на первый слот. Вот сюда.
И оставляем. Если же хотим алакрити, то я несу полную хуйню. Если честно, я не могу вам объяснить, как это работает. Просто... сейчас, дайте собраться. Дайте собраться. Тяжело сразу на ходу все объяснять, как это все работает. Просто когда ты уже надрочен на инвокере, ты делаешь все на автомате и как бы даже не задумываешься. А объяснить толком не хватает словарного запаса. Так, давайте разберем. Когда делаешь комбинацию... Вот я сейчас переключил. Убиваем и уходим на ТП, потому что Зевс будет ультовать. Надо купить быстренько смоук. Все, найс. Купили смоук. И мы живы. Так, давайте возьмем половину своего аганима. Прокачиваем инвок. Будут ли ребята у нас цеплять вот тут? Хорошо. Хорошо. Хорошо, купим все сразу аганим. 13 минут. Очень хороший тайминг для аганима. На санстрайках мы очень много подняли денег. И теперь можем играть прекрасно. У нас теперь не второго левела квас, а третьего векс. Не первого, а второго. И экзорт не седьмого, а восьмого. Давайте так. Сейчас мы сделаем дагер у нас в лесочке. Прокачаем еще один разок квас. И начнем играть через форджетов. То есть вот это первая стадия игры, когда мы сделали аганим. У нас есть 13 левел. И что нам делать дальше? Дальше мы... Сначала мы играли через метеорит. Попробуем забрать. Нет, он не пошел туда, но забрали бы. Забрали бы, потому что Sunstrike сносит на 8 левеле. Сносит 525 хп. Это круто. Это круто. Раньше 475, сейчас 525. По-моему, 525, если я не ошибаюсь. В первой доте никакой информации об этом нету, только если гуглить и смотреть во второй. Но этого я, соответственно, делать не буду. Так, ну что ж, там файт какой-то у нас начинается. Кидаем сенстрайк под клока. Клок в когах, и клок умирает. Есть у нас квас. Теперь у нас будут форджеты 2. Форджета, потому что у нас есть аганим. Аганим добавляет одну сферу. Следовательно, у нас получается уже 4 левел. Чтобы создать форджета в 2 именно, необходимо прокачать экзорт и квас в 4 уровня. То есть, чтобы у нас тут 4 уровень был и тут. Но если у нас есть аганим, 3 там и 3 тут. И, соответственно, у нас будут 2 форджета. Как играть с форджетами, спросите вы? С форджетами играть очень просто. То есть, это... Очень легко комбинировать будет с Cold Snap'ом. То есть, чтобы форджеты били с руки. А вообще я комбинирую очень часто через Alacrity. То есть я кидаю на форджета Alacrity. И подготовлен у меня уже Cold Snap. Как примерно это будет выглядеть? Ну вот сейчас мы идем. То есть я подготавливаю вот так вот. Идем, ищем. Лагаем, как обычно, в помойку этот интернет. Ладно, нет, вижу кого-то на карте. Зевса. Вижу Зевса на карте. Кидаем Алакрити на Форджета, но там просто он сам убивает его. Но в действии, то есть на ранней стадии, это выглядит вот так. Как это будет выглядеть с даггером, я сейчас покажу. Так, идет у нас тут Хускар. Вешаем на форджета Алакрити. Там Хускар просто разваливается. Все. Найс. Вот так вот. Квас в пятерочку, чтобы регениться. Сейчас мы купим даггер и будем использовать полную мощность данного персонажа. Так, отправим крипов сюда. Переключим Алакрити на первый слот, чтобы форджетов снять. Качаем метеорит и пойдем за даггером. Пойдем за даггером. Есть у нас даггер. Оставляем форджетов тут. Забираем тавер через Алакрити. Прекрасно. И поехали дальше.
Там какой-то файт. Даем санстрайк. Забираем фраг. Все прекрасно. Тем временем, пока мы фармим в лесах, можно еще подфармить здесь крипов на линии. И это будет как бы плюс золото. Плюс золото, причем неплохое. Неплохое плюс золото. Но тут как бы нужно успевать микрить. Микроконтроль должен быть хороший. Так, найс. Ну, воспользовались хорошо форджетами. Создаем форджетов, отпрыгиваем, чтобы кентавр не дал стана. И играем дальше. Что ж, у нас почти есть 17 левел. Мы сейчас можем забрать Рошана. Соло, даже соло мы можем его забрать спокойно. Возьмем один вард. Возьмем одну хилочку и одну ману. И поехали. Заберем инвиз, чтобы нас тут никто не спалил. Сейчас мы на самом пике, на самом деле, нашей формы. Очень ранних, очень много ранних слотов. Так, ну заставляет меня идти на базу просто. Хотя я, боже, выкладывает. Найс, я залагал опять. Юзаем хил, ману. Возьмем, сделаем ТП. Пробежимся сюда. Играем через shift. Через shift я показывал, как играть. Ребят, смотрите прошлые фишки. У нас готово все для того, чтобы забирать Рошана. Прыгаем. Создаем форджетов. Кидаем cold snap на Рошана. Вешаем на себя алакрити и пинаем Рошана. Также можно кинуть под него санстрайк, чтобы немного ускорить. Так, ну я что-то подозреваю, что эти ребята что-то знают. Хотя нет, походу они не знают. Так, нужно отвести форджета. Успеваю, нет, не успеваю отвести форджета. Блин, да что ж такое-то? Ну как вот писать гайды, когда вот это вот. Нет, дай экспу, дай. Дай эксп. Отойди. Отойди просто, я тебя умоляю. Боже, тупое животное. Ладно. Ничего с него не взять просто. Ни левела вообще ничего не получил. Ладно, не суть. Так, ребят. У нас сейчас... Ну, поделится дэмэдж. Да, поделил дэмэдж. Это очень плохо. Давайте начнем сейчас уже душить с нескольких прокастов. Я сейчас расскажу, как это будет комбинироваться. Как прокасты будут комбинироваться. Сейчас уже такая лейт стадия, хотя 20-я минута, у меня очень ранние слоты, поэтому можем очень сильно душить. И как бы все, вкачаем векс и поехали. Так, вот сейчас мы завязали стеночку, кастуется она кукуе. Нажимаем кукуе, у нас появляется такая стеночка. Что она делает? Она очень сильно замедляет при определенных прокачках. От прокачки Q и V зависит. Вот. Так. Также... Сколько там? 700 хп? Ну, не вывезу его. Также она наносит дэмэдж стенка, если кто-то в нее входит. Ну, из нее очень тяжело из этой стенки выйти. Множество ребят не может из нее выйти. Так, ну, делаем ТП, и тут нужно делать просто даблкил. Подготавливаем себе. Вот так вот. Делаем вот это. Ну, нам надо алакрити кастануть на себя. Пойдет. Но в инвиз я не смогу уйти, потому что у меня просто тупо... Ну, я даже сдох. Ну, а Егис решает такие вопросы. Не суть. Смотрите, что я сейчас понажимал. Я вам сейчас объясню, как это делается. Сейчас только отлагает, как обычно. Просто невозможно вот играть, когда вот такие вот условия... Боже, это жесть просто какая-то. Так, ребят, смотрите, что я сейчас понажимал. Я поставил себе торнадо в ВВК. Торнадо что делает? В зависимости от кваса задерживает в воздухе. Ну, это типа как Юл. То есть в зависимости от того, какого левела у нас квас, у нас, соответственно, время задержки в воздухе увеличивается. Также в зависимости от векса у нас торнадо летит
тоже на определенное расстояние. Векс у нас четверочку. И летит на такое расстояние. Восьмерочка, оно будет лететь примерно до сюда. То есть это очень такая мощная тема. И профитная. Что я сейчас, соответственно, давайте разберем сделал. Я кастанул торнадо. И подготовил себе метеорит. Именно ВВКР. ЕЕВР. Я нажал такую комбинацию. И поставил КВЕ сферы. Соответственно, когда начинается какой-то файт, я прыгаю, вот сейчас примерно, буду показывать, прыгаю X, R, D, B, и все разваливается. То есть, так, нужно вот сюда санстрайк кинуть, просто изичайший санстрайк, и прогуливаю я Мортру, к сожалению, хотя ее тут прогуливать вообще нельзя. Блинканулась она, да. Да, она блинканулась. Но это все из-за того, что я объяснял. В принципе, что тяжело, тяжело очень сконцентрироваться, когда тебе нужно и объяснить, и показать. Итак, то есть я сейчас раскрою вам секрет, как быстро юзать. Многие говорят, блин, я не могу юзать быстро. Вы не можете юзать быстро, потому что вы не подготавливаете свою следующую способность. То есть вот вся комбинация 4 спыла. Я вам сейчас ее покажу. Давайте мы добьем себе Октарин. И чтобы у нас все быстрее кдешилось. Октарин. Зачем я собираю Октарин? Чтобы быстрее была перезарядка спалов. На стенка. Прекрасная просто. Просто прекрасная стеночка. Так, есть у нас Октарин. Сейчас буду показывать, как юзаются 4 спала комбинации в одного. Ну, не в одного, а вообще тупо вот, ну, самый мощный прокаст, который можно дать на инвокере. То есть именно массовый. То есть мы подготавливаем себе ЕМП и торнадо. ВВК, Р нажали, преобразовали торнадо. Давайте я просто переключусь сейчас на другие способности, чтобы было понятно. Вот у нас, допустим, вообще рандомная раскладка, неважно. ВВК, Р, у нас появился торнадо. ВВВ, Р, появился ЕМП. Именно в такой раскладке, ни в другой, ни в какой, чтобы ЕМП стоял именно первым. Надо. Чтобы у нас заменился торнадо после того, как мы его запустим. То есть, соответственно, смотрите. Мы наклацали это, делаем себе заготовочку. Е и В нажали, но ничего далее не нажимаем. После того, как мы пустили торнадо на X, сразу же нажимаем R, и у нас подготавливается уже метеорит. То есть, пока персонаж в воздухе, мы уже можем нажать EMP, соответственно, далее кинуть метеорит и проклацать КВЕ, R и быстро нажать B, чтобы бластом это все откинуть. Как это будет выглядеть на практике, я вам сейчас покажу. То есть то, как я вам объяснил сейчас. Это примерно так. Но у нас метеорит еще 20 секунд кдшится будет, поэтому давайте отойдем в лесок. И примерно я вам сейчас покажу, как это работает в действии. То есть работа этих 4 спылов. И будем дальше душить. Будем дальше душить. Так. Пока мы там фармим, тут подфармим. Пока мы там фармим, можно и тут подфармить. Так, вот наша первая цель для создания комбинации. Все, мы подготовили, нажимаем E и V и идем с этим E и V. Прыгаем X, R, C, D, Q, E, готово уже и даем бласт под это все дело. Он даже умер, не получив ЕМП. ЕМП наносит чистый урон. То есть, я не знаю, это просто... Ребят, запомните вот эту тему. Именно с подготовкой спыла. То есть, ВВК сделали. У нас готово ВВВ. Все, подготовили. И держим ЕЕВ. То есть, у нас две красные сферы и одна вексовочка. То есть, чтобы переключиться на метеорит. Но не обязательно именно делать такую комбинацию. То есть, комбинаций этих может быть много. То есть... Мы можем сделать комбинацию через метеорит, ой, через санстрайк на таргетную цель. То есть, допустим, вот Хускар, прекрасная цель у нас. То есть, что у нас там? XR, T, D, Q, E. Просто идеально. Просто идеально. То же самое, я также подзаготовил у нас метеорит и бласт и накастовал на таргетную цель. То есть, VVQ, EEE.
сделали санстрайк. Тут важно попасть именно по таймингу. У меня сейчас тайминг был прекрасный, потому что примерное время я знаю, как на пятом левеле, то есть на шестом, будет у нас квас. На седьмом левеле квас задерживает в торнадо 2,5 секунды, по-моему, или 2,5, или 2,7 секунды. По-моему, 2,7, потому что 3 секунды на восьмом уровне кваса, когда у нас есть аганим. То есть, зная вот эти тайминги, можно очень хорошо комбинировать. Также можно скомбинировать это с, допустим, с стенкой. То есть, вместо EMP или торнадо можно нажать просто стенку. Но стенку я юзаю обычно, когда у нас уже last level. Я покажу примерно, как это юзается. Погнали, ребятам, поможем. Так, ну, юзанул. Ультимейт Зевс, меня видно. Давайте Хускару насыпем. Нет, кто-то подошел уже. Зевс подошел быстренько. ЕЕВ. Подготавливаем. XR. C, D, QVE. Готово. Погнали. Даем стенку. Стенка мимо. Но вот, и сейчас покажу еще одну комбинацию. Вот, мы прыгаем. Создаем форджетов и даем cold snap, и просто противник ничего не может сделать. То есть, ребят, вот просто я несколько вариаций сейчас вам показываю. Просто запоминайте и действуйте. Действуйте просто. Мы ставимся форджетов. Готов у нас cold snap. Прыгаем просто. Можно уже ВВЕ подзаготовить. Прыгаем FR. И у нас появляется алакрити. Появляется, ну, есть cold snap, который у нас был уже. Кидаем на себя алакрити. Даем cold snap на enemy, но на эншентов нельзя, к сожалению, кинуть, и это норма. И все, в принципе, на этом как бы такая мини-комбинация с форджетами уже закончена. Итак, давайте, наверное, сейчас соберем рефреш и примерно покажу, что можно сделать с рефрешем на данном персонаже. Так, поехали. 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 С рефрешем можно вообще много чего делать. Получается, у нас уже не 10 скиллов получается, а 20. Так, ну форджетов попросим, чтобы они разобрались с этими негодяями на центре. А можно вообще вот этого негодяя попросить, чтобы они убрали. Давайте сами его уберем тогда. Или у нас не получится. Ну, давайте не будем сильно рисковать. Получим 25-й. Мы будем делать уже на максимальной комбинации все. Дадим форжету алакрити. Ребят, кстати, очень важно еще не забывать про юзание. Про юзание шифта. Так, ну не попадаю я, к сожалению, в толпу. Хотя было бы прекрасно, если бы я попал. Так, есть у нас все, 25 левел на 30 минуте, это очень хорошо. Откадешится у нас торнадо и будем действовать. Будем засыпать по-страшному. Сбриваем крипов быстренько. Все хорошо, есть у нас комбинация. И будем сейчас пробовать хорошенько зацепить и дать красивый проказ, чтобы по пятерым. И можно было жестко задушить. Так что... Ну, еще, кстати, ребят, насчет Октарина. Октарин не только снижает у нас КДшки, но и дает лайфстил. Лайфстил. Дает лайфстил со способности. Не попадаю я там с санстрайком. Рефрешер я не буду юзать, слишком нудно будет. Так, ну что ж, начнем сейчас делать прокасты. Создали форджетов. Которые будут, возможно, байтить, потому что очень любят форджетов казнить. Ребята толпой, причем бегать за форджетами, не знаю почему, в поисках супер-мега-бонуса какого-то. Вот, уже, смотрите, выехали, просто душат форджетов. Хускар тут, но с Хускаром дела плохи. Давайте отойдем немножко и будем, наверное, байтить. Вот так вот сделаем, форджетов отправим. Пусть душат Хускара 12 уровня. Или хотя бы крипов, чтобы задушили. И будет прекрасно.
Так, ну, суваться, наверное, не буду, шторм улетит. А вот если подзабайтит, то будет прекрасно. Хочу именно подловить красивый прокаст. Уже бы размотал бы их. Давайте вот так вот сделаем. Блин, я завис. Я надеюсь, я сейчас не сдохну, потому что очень не хочется из-за лаг терять. Но я, походу, сдохну сейчас, потому что очень долгий лаг. Да. О, божечки. Я еще живу. А, нет, все, я умираю. Или живу? Я живу. Господи, еще по три генится бы. Я из такой каки сейчас вылез, ребят. Вы просто не представляете. С такой каки. Еще можно убить на развороте. Давайте сделаем вот так вот. Если попаду... Ну, блин, ну опять зависло. Вот как сейчас мне тайминг рассчитывать? Ах, господи. Это нереально просто, ребят. Это просто нереально. Это просто нереально. Как же лагает-то, ё-моё. Так, ну, продадим уже Мидас, потому что можно уже купить что-то более стоящее. Блин, с этими лагами, ребят, это ужас какой-то, вообще невозможно играть. И даже забыл, о чем я разговаривал, потому что, ну, как видите, у вас на трансляции это будет показано. Пока стоим, ждем Турбола. Отфармим, потому что у нас уже все full level, full. Давайте возьмем, наверное, не знаю, или БКБ, или Тарас. Давайте возьмем Тарас, просто уже, чтобы быть живее всех живых, как говорится. Но Зевс там может, конечно, напрягать третьим спалом, так как он сжигает хитпоинты просто на ура. Есть у нас Тарас. Инвока машина, получается, у нас, ну, первое... Ага, мне ракеты избили, походу. Да, мне ракеты избили. ТП. Ой, ТП. Дагер. И надо, наверное, пробовать заканчивать. Не знаю, вардов нету, нужно варды поставить. В идеале было бы, чтобы видеть энеми. Вместо Тараски можно сделать Шиву. С Шивой, конечно, будет профитнее. Потому что с Шивой можно дополнительно бахать спеллы. Ну, не дают, просто не дают ничего. Надо отойти немножко. Сейчас перебазируемся. Вот так вот делаем. Кидаем на себя лакрити. Уже есть у нас торнадо. Можно душить. Ну, завязали сейчас рефрешер. Подюзали метеорит. И бласт дополнительно. Мартретка, к сожалению, так. Ну, хочет ультракил парень дать. Похоже. Просто убиваем с руки. Даже ничего. Да, есть ультракил. Дайте рэмпейдж. А, так, минус 5 же все. Кто убил пятого? Ну-ка, признавайтесь. Давайте снесем сторону им. Снесем им сторону. Клок ББ нажал. Ну, это типа был бы рампейдж, но это не рампейдж, ребят. Просто сносим сторону. Соляру, так сказать. Пойдем за... сходим за Муншардом, чтоб уже бить еще более зверски. Просто инвока машина какая-то получается у нас. Ребята, вообще не в силах что-либо сделать. Если бы еще не подлагило, вообще было бы прекрасно. Кидаем на наших засланцев пару кнопочек. Потому что у нас скоро будет рефрешер, можно будет повторить комбинацию. Можно будет сделать, наверное, какой-нибудь рампейдж красивенький. Конечно, не факт. Давайте Зевса обманем на трехкнопочный спел. Эх. Ну,
нет просветов, поэтому живем. Ходит, ну, кинем сюда. Не попадаем. Ничего страшного. Хитрецы, вард, поставьте. МКСашник, рен. Ксрен. Только включил чат сразу, МКСашник, ксрен. Пошло сразу. Так, ну что, я готов давать прокасты. Забайтить бы вот этих пацанов. Ну, на двоих такое, конечно, давать прокаст. Давайте возьмем варды. Пришлем их сюда. У меня вон 4 лесника в команде. Понимаю. Я все знаю. 38-я минута. Мог уже миллион раз закончить эту игру. Но ребята не хотят. Походу. Ребята, походу, не хотят. Форжит. Как, смотрите, как форжит его нарезает. Поставим стеночку, чтобы крипы далеко не ушли. Кинем алакрити на крипа и пойдем поставим вард. Просто даггера. Давайте возьмем вард для себя. Вот. Сюда куру пошлем. Хочется дать проказ сейчас очень сильно, но мартретка с БКБхой. Давайте побайтим, что ли. Надо быстро разбивать. Ходим в инвиз, разбили когу. БКБ нажался там на снайпере зачем-то. Вот так вот давайте. Форджеты просто... Смотрите, как форджеты его насилуют. Да господи, что такое-то? Ну давайте, забайтим так, короче, на себя. Ласт придется дать. Придется бласт дать. Зайдем в инвиз. Очень плохой проказ был. Кастанем такую тему. Приходится импровизировать, потому что... Эх, убил. Такое себе. Ну, такое сейчас непонятная драка была абсолютно. Пойдет. Пришлось импровизировать немного, потому что неправильно накастовал, вот просто ошибся и поставил не ту способность, чтобы убралась. У меня убрался метеорит. Вот просто, ну вот эта вот ошибка. Заготовка, вот просто нужно на скорую руку. Перед дракой нужно настроиться на нужный лад. И тогда все получится. Обязательно все получится, ребят. Вот, сейчас просто была ошибочка. Клокверк очень много раз зацепил. Просто по-страшному цепляет. Просто я могу кинуть алакрити и убить его с руки. Просто я не знаю. Это смешно. Это смешно. Я так раскачан сейчас, что вообще жесть. Давайте сольем в одного. Кстати, очень важно еще, ребят, важно еще дать в правильный тайминг. Давайте Зевса обманем. Ага, дал все же. Но поздно. Не хочу умирать. Но меня просто не отпускают. Отпускают. Ушел. Чуть не умер сейчас на самом деле. Тараска включилась, можно жить. Поехали. Мартретка вообще ничем мне не делает просто.
прокатился. У него Evil повис, как обычно. Ну, ничего не смогу сейчас нажать. Нажать Cold Snap этот, но не нажимаю просто Cold Snap, потому что тупо повис. Если попаду торнадо, нет, не попадаю, но он выживет там. ХП достаточное количество. Да что ж такое-то, а? А сейчас Клокверк прыгнул в меня, я просто сейчас стою дерусь. Нет, не прыгнул. Смотри, как его дамажит. Давай. Ну вот как-то вот так вот, ребят, вышла, не знаю, такая вот каточка на инвокере. Все ли, не знаю, было вам понятно или нет. Спрашивайте в комментариях, если что-то вам вроде было непонятно. Вроде рассказал все по максимуму, все, что знаю. Пролагал всю игру, но все равно показал очень даже прекрасную игру. Ну, на этом все. Быстренько крипчики попрыгали. Залагал Клокверк. На этом все, ребят. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк. Можете оформить подписочку на канал, кто не оформился. Кому понравилось, будьте добры. Всегда быть на моем канале. Ну, не всегда, ребят. Кому что нравится, те то и смотрят. Как бы вот так вот. Пишите в комментах обязательно еще, кого хотели бы увидеть. Кого хотели бы увидеть, то есть вот в такой вот теме, в небольшом обзоре, в геймплее. То, как я собираю, то, как я кастую, какие фишки я знаю по данному персонажу. И как бы будьте в теме, ребят, будьте в теме. Все, у меня все, ребят.